Полезный город. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник Дмитрий Вахрушев, покупатель магазина «Колба». Я поясню, что в одной из передач мы общались с экспертом-консультантом магазина «Колба» Евгением Хомяковым. Ну, а сейчас хотелось бы услышать реальные отзывы покупателя, потребителя, да? Как давно вы вообще занимаетесь самостоятельным приготовлением напитков? И что вас подтолкнуло к этому занятию? Получается, мне уже на прошлый Новый год подарили самогонный аппарат, так что где-то около года. То есть это был подарок? Вы не сами вынашивали эту идею? Да, на самом деле так получилось, что смотрел на Ютубе очень много интересных роликов про самогоноварение, но, так скажем, всегда экономил, и друзья об этом знали. На праздник решили сделать подарок. Потом я пошел в магазин «Колба», и, собственно, ребятам хорошие подсказали. Что вошло, вот если вкратце перечислить этот набор, который пришлось еще докупить? Емкость для брожения, дрожжи, соответственно, взял, ну и вот путь, как говорится. Угу. Ну и эффект, результат. Все ли получилось с первого раза? Ну, конечно, так скажем, методом тыка первые какие-то моменты делаешь, основываешься на том, что блогеры говорят. Угу. Потом, вот, кстати, в «Колбе» как раз сказали, у них есть свой курс по самогоноварению бесплатный на Ютубе. Угу. Там очень то есть онлайн тоже, да, можно его посмотреть? Там парень очень подробно все рассказывает таким обывательским простым языком, поэтому, я думаю, каждый может попробовать, и у него получится. Ну, первым-то опытом довольны остались? Не отбило желание продолжать? Знаете, это волшебство на самом деле. Ты сам делаешь и делишься, когда с друзьями, конечно, есть определенный риск. Ну, то есть ты переживаешь за свой продукт, но благо были отзывы положительные, поэтому это мотивирует дальше делать. Удалось ли за это время еще кого-то приобщить к этому делу? Кто-то попробовал вашу продукцию, понравилось? Ну, и кто-то задумался, что, неплохо бы тоже этим заняться. Браз заинтересовался, на самом деле. Да, получается. Свой продукт, он все равно дешевле по себестоимости получается, поэтому вот так вот. Какие еще планы есть? Что попробовать? В каком направлении развиваться? Там ведь, на самом деле, очень много вариантов, да, к чему можно? Последнее приобретение у меня было от Сарго, опять же, я новую плитку взял себе. Поэтому вот буду экспериментировать, поставлю вот в бочке продукт, посмотрю, что получится. Угу. Напомним адрес, куда вы заглядываете. Адрес магазина «Колба», я напоминаю. Да, магазин «Колба» находится на Октябрьском, 139. Это киевские товары. Спасибо за общение. Дмитрий Вахрушев, покупатель магазина «Колба». Вам спасибо большое. Полезный город.